Хашимовна. Я от всего сердца хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать вам самое главное здоровье. Пусть вас никогда не покидают силы и тот энтузиазм, которым вы всегда заражали нас на протяжении всей нашей школьной жизни. Да, школа действительно была нашим вторым домом, но только благодаря тому, что там были вы, наша вторая мама. И где бы мы ни были, где бы ни находился каждый из нас, мы всегда будем помнить и скучать по вам. Мы вас очень сильно любим, и поэтому каждый из нас передает вам свои слова поздравления. Еще раз с днем рождения! Дорогая моя Рамзиюшечка Хашимовна, я вас очень сильно люблю. Вы самая лучшая школьная мама, вторая мама, называйте как хотите, но вы все равно моя мама. Я вас запомню как самого лучшего учителя на свете, потому что вы у меня вот здесь. И я желаю вам всего самого наилучшего, всего самого душевного, теплого, хорошего, потому что я вас очень сильно люблю, и я вас точно не забуду. Сянусас Рамзия Хашимовна. Без Сизне Туган Кынгыз Белян Кытлыйбыз. Сізге ұзын ғүмір тілейбіз. Исен сау болыңыз. Һәм татар тілін яратыңыз. Әйе. Дорогая Рамзия Хашимовна, поздравляю вас с вашим днем. Очень сильно люблю, очень сильно скучаю. Вы моя вторая мама. Дорогая и любимая Рамзия Хашимовна, я поздравляю вас с днем рождения, желаю всего самого-самого-самого наилучшего. Ну а главное, это, конечно, долгих лет жизни и крепкого-крепкого здоровья. Дорогая Рамзия Хашимовна, я поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов на работе и всего самого наилучшего. Дорогая Рамзия Хашимовна, хотела бы поздравить вас с днем рождения и сказать спасибо за то, что вы для нас столько всего сделали. Вы всегда были рядом в тяжелых ситуациях. Всегда помогали, поддерживали. Вы предлагали столько креативных идей, которые помогали нам создавать что-то новое. Вы были для нас школьной мамой. Вы создали в нашем классе действительно домашнюю атмосферу. И каждый, кто попадал туда, чувствовал, будь то он находится там уже очень давно. И все это благодаря вам. Хотелось бы пожелать вам оставаться такой же солнечной, такой же жизнерадостной, такой же счастливой и радовать своей улыбкой других людей. Мы вас очень любим и никогда-никогда не девушки, забудем. И в какой-то степени даже защиты я не смог бы закончить так хорошо школу, как я это сделал с вашей помощью. И уж точно не стал бы таким, какой я есть без вас. Я желаю вам всего наилучшего, здоровья, счастья, любви ваших ближних. И прошу всего лишь об одном. Пожалуйста, не забывайте нас. Не забывайте 11 А. Не забывайте тех, кто пришел к вам в 5-м, в 7-м, в 9-м или в 10-м классе. А мы всегда будем помнить вас, вашу улыбку и ваши слезы, когда мы добивались чего-то или же проигрывали. А вы помните нас, наши счастливые лица, когда мы заканчивали школу, и наши слезы, когда мы поняли, что мы навсегда расстаемся с ней. Помните 11 А. Ваш Миша.